Panda. I got broads in Atlanta. Since you told me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Экс-полузащитник Манчестер Сити Яи Туре вновь поднял проблему расизма, вспомнив выступление за Донецкий Металлург. «Сначала я чувствовал себя униженным, затем очень злым. Скандирование, подражавшее обезьянам, были хуже всего. Я привык к этому. Я старался играть в футбол, а болельщики распевали: «Черное дерьмо, черное дерьмо, возвращайся домой». Помню, как позвонил отцу: «Папа, они изображают обезьян, когда я рядом. Я чувствую себя здесь очень плохо». Он сказал мне идти и играть, быть сильным. Он не хотел, чтобы это на меня повлияло, но он не понимал, как ужасно это уже на меня влияло на тот момент. Однажды он приехал посмотреть на мою игру. Он пошел на трибуну, и все белые отодвигались от него и пересаживались. Он спросил меня, что случилось: «От меня плохо пахнет». Я ответил: «Папа, помнишь, я говорил тебе про обезьяньи кричалки, а ты сказал, что нужно с этим смириться. Страдать?» «Да, сын», — ответил он. «Это очень плохо». Он был очень зол. «Даже если ты готов к такому, когда это происходит, ты все равно остаешься шокирован». Поэтому я был удивлен, что Рахим Стерлинг в матче с Черногорией оставался таким спокойным.